Здравствуйте, участники вебинара. Хорошо ли вы меня слышите? Спасибо. Еще раз здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Приветствую вновь подключившихся. По хабаровскому времени 18 часов мы начинаем вебинар. Я вижу, что и из дальних регионов подключились к нашему вебинару. Мне очень приятно. Меня зовут Наталья Сергеевна Чувашова. Я учитель начальных классов, живу и работаю в городе Хабаровске, в Краевом центре образования. Кроме этого, преподаю в Хабаровском педагогическом колледже, работаю со студентами и являюсь руководителем Ассоциации учителей развивающего обучения Хабаровского края. Тема моего выступления сегодня – особенности работы с родителями детей, обучающихся по системе развивающего обучения Ильконина Давыдова, студентами, будущими учителями начальных классов и молодыми специалистами. Сама я работаю в системе развивающего обучения с 2002 года. Начинала здесь же, в городе Хабаровске, проходила обучение в городе Москве. Поэтому буду сегодня уделять большее внимание работе с родителями именно в системе развивающего обучения. Но как вступление, хочу, конечно же, затронуть тему семьи. Все мы хорошо знаем и понимаем, что семья – это главное место, где учится ребенок, где на подсознательном уровне закладываются представления о том, какова жизнь и по каким правилам в ней можно действовать. В семье формируются отношения к людям, к миру, закладывается образец взаимоотношений. Дети знакомятся с традициями, с ценностями. Все изменения, которые происходят в обществе, конечно же, сказываются и на семье. Меняются семейные ценности, меняются традиции, которые складывались годами, меняется отношение к поступкам, к морали. Учителя, которые давно работают в школе, отмечают, что изменения всегда происходили. И были они связаны также с изменениями в обществе. Но в последние годы особо быстрыми темпами все это происходит. И, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Почему я говорю о семье? Потому что семья и школа тесно связаны друг с другом. Взаимоотношения с родителями всегда было, есть и будет. Другое дело, что изменения в обществе, которые касаются и накладывают свой отпечаток на взаимоотношения в семье, они также накладывают свой отпечаток и на отношения между родителями и школой. Наряду с традиционными формами общения, взаимоотношения появляются новые, современные. Связано это и с техническим прогрессом, и с новыми взглядами и требованиями современных родителей в отношении воспитания своих детей, с быстрыми темпами развития экономики, экономических отношений, общественных связей. Много факторов влияют на взаимоотношения. Какие они современные родители? Конечно, у каждого учителя есть свой опыт работы и общения с родителями. Но есть и специалисты, которые отдельно изучают этот вопрос
И основные моменты, которые отмечают все. В чем особенность современных родителей? Сейчас большинство родителей, особенно в городах, много и подолгу работают. Много времени проводят и на самой работе, и много времени проводят удаленно от работы за компьютером. Много времени уделяют, конечно, общению и в телефонах. Смартфоны – это тоже особенность, и общение через данные средства присутствует в наше время. Родители спешат научить детей всему и сразу, как отмечают психологи и многие педагоги. Они задолго начинают готовить детей к школе. Буквально в детском саду их уже волнует вопрос, как будет подготовлен ребенок к школе, насколько он будет хорошо читать, научится ли он писать, будет ли он считать, какие у него будут способности. Это волнует современных родителей настолько, что они готовы уделять обучению детей до школы большое количество времени. Их беспокоит, что ребенок будет плохо подготовлен в школе, а это значит, не выдержит конкуренции и будет хуже всех. Эта тенденция сохраняется и в школе. Не понимая особенностей программы или за отсутствие времени, родители приглашают своим детям, нанимают своим детям репетиторов, даже в начальной школе, переживая за их успешность, переживая за то, как он будет учиться дальше. Современные родители, уделяя большое внимание учебе, стараются развить ребенка и с других сторон. К учебе добавляются еще секции, занятия английским языком, творческие мастерские. Хотят по возможности объять необъятное, подготовить ребенка к дальнейшей жизни со всех сторон. Сами родители, как отмечают специалисты, в настоящее время достаточно образованные, владеют разными навыками, коммуникативные, технически образованные. И это, конечно, откладывает свой отпечаток и на взаимодействие с учителями, взаимодействие со школой, на воспитание детей. Стремясь построить свою карьеру, стремясь быть нужным, быть квалифицированным специалистом, продвигаясь вверх по карьерной лестнице, родители тем самым формируют свой характер и свое отношение к миру. Конечно же, это накладывается и на воспитание их детей. Они к детям становятся более требовательными и категоричными, стараются контролировать каждый шаг и действие своих детей. При этом психологи отмечают, страдает формирование самостоятельности, инициативности и ответственности. О чем я здесь говорю? Когда у ребенка расписан весь день по минутам, даже в детском саду, сначала утром ребенок идет в детский сад. В детском саду у него свои занятия. После детского сада ребенка забирают и ведут на дополнительные занятия. Спортивная секция, творческие занятия, английский язык или другой иностранный язык. Вечер занят. Возвращаясь домой, ребенок выполняет задания, которые ему дают и на дополнительных, в дополнительных образовательных учреждениях.
Если ребенок занимается ментальной арифметикой, ему обязательно дома нужно выполнять те задания, которые ему задают. Если ребенок занимается английским языком, ему обязательно нужно тоже выполнить то задание, которое задано. А так как дети посещают сразу несколько школ дополнительного образования, то, естественно, и домашнего задания у него тоже много, хоть в детском саду домашнее задание не задается. Придя в школу, темп не снижается. Родители понимают, что школа – это не детский сад, что это более ответственное в плане образования учреждение, и стремятся не ослабить нагрузку, а наоборот дополнить еще ее и другими какими-то обязанностями, ответственностями. Но все это касается образования. Все это касается, даже, я бы так сказала, чисто образования. Может быть, развитие. Но в этот же момент западают другие, наиболее нужные в этот момент ребенку действия и деятельность. Нет общения, свободного общения со сверстниками, свободного общения с родителями. Ребенку все время что-то надо делать. Конечно, в первом классе домашнее задание не задается. Но домашнее задание продолжает задаваться в дополнительных образовательных организациях, на дополнительных кружках. Возможно, я не права, называя это домашним заданием, но тем не менее дети получают то, что они должны выполнить дома, то, что они должны отработать для результата. Со второго класса в школе увеличивается нагрузка, появляется домашнее задание. И опять ребенку приходится все время делать, стараться, выполнять, и опять не хватает времени на свободное общение. Я затронула этот момент в части того, что, как отмечают психологи, страдает формирование самостоятельности и инициативности. Когда ребенок все время под контролем родителя, все время старается что-то выполнять, все время ему что-то надо, и не всегда понятно, для чего это нужно, он привыкает так действовать. И уже нет у него возможности подумать самому, выбрать дело, которое ему по душе, поиграть с друзьями, как я уже сказала. И, конечно же, это откладывается и на психике детей. Понимая это, читая литературу, разговаривая с коллегами, обсуждая этот вопрос, мы, конечно, строим свою работу, чтобы помочь родителям справиться с этой ситуацией, чтобы помочь детям развиваться органично, а не только в одном русле. Об этом я буду говорить чуть позже. Продолжая говорить о том, какие современные родители, нужно отметить, что потребительское общество накладывает свой отпечаток и в этой области. Встречаются взрослые, у которых присутствуют элементы потребительского отношения к окружающим. Это проявляется и в школе. Почему я должен это делать? Вы учите, вы проводите внеурочные занятия, организовывайте праздники, водите детей в музеи, в театры. Я посмотрю, как вы это делаете, и дам оценку вашим действиям. Случается и такое. Думаю, что кто-то согласится с такими выводами, кто-то поспорит, кто-то добавит свои наблюдения. В любом случае, мы принимаем родителей такими, какие они есть. Они взрослые люди. У них сформировавшиеся взгляды, у них свой характер, свой темперамент, и мы принимаем их и с ними работаем. Другое дело, наша задача – организовать работу с родителями так, чтобы она шла на пользу учебно-воспитательному процессу в целом и, в частности, каждому отдельному ребенку.
чтобы помочь ему, как я уже сказала, развиться комплексно, развиться полноценно, чтобы выросла самостоятельная личность, умеющая не только выполнять заведомо кем-то продуманные шаги, действовать как робот по указке. Это надо, это надо, это надо. А все-таки осмысливать свои действия, понимать, что в данной ситуации лучше, что хуже, что ему требуется для дальнейшего продвижения в программном материале в школе или для дальнейшего продвижения в жизни, когда он станет уже взрослым. Все эти основы, как вы хорошо знаете и понимаете, закладываются в школе. Оценивать свои действия, понимать то, что ты делаешь, знать, что ты умеешь, чего не умеешь и как добиться – это все признаки и принципы системы развивающего обучения. Знать о своем незнании, уметь строить, уметь планировать свою деятельность, хорошо понимать, что ты делаешь, давать оценку своим действиям, своим поступкам. Это принципы системы развивающего обучения Эльконина Давыдова. Встречаясь с родителями, мы, конечно, проговариваем особенности системы развивающего обучения. Перед тем, как работать с вами на вебинаре, мы с коллегами провели небольшой онлайн-опрос для родителей Хабаровского края, дети которых учились или в данный момент учатся по системе развивающего обучения Эльконина Давыдова. Хотелось понять, насколько осознанно выбирается программа обучения, потому что всем нам, коллеги, кто работает или кто собирается работать, или кто знаком частично или хорошо с системой развивающего обучения Эльконина и Давыдова, понимают, что она другая. Она отличается, хорошо отличается от традиционных систем обучения своим содержанием, своими формами, технологиями, принципами. Поэтому, сталкиваясь с данной системой, неподготовленные родители могут получить разную, мы можем получить разную реакцию от родителей. От непонимания и недоумения до непринятия. Поэтому, конечно, хотелось знать, насколько родители готовы к тому, что их дети учатся по системе развивающего обучения Эльконина Давыдова. Первый вопрос, который был задан. Ваш ребенок обучается или обучался по системе Эльконина Давыдова? Это осознанный выбор. Родители ответили, как вы видите, следующим образом. Синее поле диаграммы. Ответ «да». Это 56, то есть больше половины опрошенных, 56,5%. Красное поле «нет, но не жалеем». И желтое поле «нет, хотели бы обучаться по другой системе». Вы видите, что большинство родителей из числа опрошенных выбор сделали в пользу системы развивающего обучения осознанно. Конечно, здесь есть маленький нюанс. В начальной школе зачастую выбор программы родителями зависит от учителя. Что это значит? Детей записывают к определенному учителю. Как говорят в народе, идут к учителю. Неважно, по какой системе или по какой программе работает этот учитель, родители стремятся попасть именно к нему. Обычно это бывает, когда учитель давно работает в школе, выпустил не один набор, возможно, даже учил в свое время и родителей. Есть у нас еще, слава Богу, такие учителя, которые много лет работают в школе, не изменяя своей профессии. И система Эльконина Давыдова тоже давно существует в школах. И у нас в Хабаровском крае с конца 90-х годов и до сих пор
работают учителя, которые начинали в Хабаровском крае работать по системе Ильгойна Давыдова и не хотят больше никак, ни по каким другим системам работать, не предают нашу систему, работают, трудятся. И, конечно же, к таким учителям стремятся попасть родители. Есть педагоги, которые недавно пришли в систему развивающего обучения, нашу систему, тоже не жалеют об этом, как родители. Работают, выпустили, отучив 4 года, выпустили ребят и снова взяли новый набор детей, работают по системе развивающего обучения, нравятся, втягиваются, работают. И здесь уже непонятно, кому больше идут. Ну, скорее всего, все-таки к учителю, но и программа тоже нравится. Раз нравится программа учителю, значит, будет нравиться программа и родителям, будет нравиться программа и детям. Конечно, в некоторых школах по разным причинам нет возможности привести своего ребенка к какому-то определенному учителю. Тогда выбирают программу. Каким образом? Конечно, знакомятся при записи в первый класс, по каким программам, по каким системам работают в данной школе, спрашивают, консультируются, общаются между собой родители, заглядывают в интернет, читают, узнав, по каким программам будут набирать первые классы. Проводятся родительские собрания, уже записав детей в первый класс, уже сформировав определенные списки. В конце лета проводятся родительские собрания. В некоторых школах и в июне месяце проводятся родительские собрания, на которых знакомят родителей с теми системами, по которым будут учиться первоклассники в следующем учебном году. Но в любом случае до родителей доносится информация, что из себя представляет система. Поэтому данный вопрос, показал, что в систему Ильгойна Давыдова детей приводят все-таки осознанно. И значит, родители в большинстве своем понимают, что данная система представляет такие возможности, которые соответствуют их требованиям, о которых я говорила выше. Следующий вопрос, который мы задали респондентам, это: хорошо ли вы знаете особенности системы развивающего обучения Ильгойна Давыдова, раз они все-таки осознанно приводят детей обучаться по данной системе? Возможно, это импульсивный выбор, возможно, интуитивный. Начнется работа, наступит разочарование или непонимание. Но все-таки ответ на следующий вопрос показывает, что родители знакомы с особенностями системы Ильгойна Давыдова. Оранжевое поле самое большое, но показывает, что частично, больше половины, 51,8%, частично, но знакомы. Синее поле, 23,5%, убежденно, твердо ответили: да, знакомы. Возможно, это родители, дети которых, старшие дети, которых обучались по системе развивающего обучения. А возможно, это и сами родители. Потому что, общаясь с коллегами, я узнаю такую информацию, случайно общаясь или просто проговаривая какие-то нюансы в работе, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что уже выпустив в свое время учеников в начальной школе по системе Ильгойна Давыдова, подросшие дети, уже образовав свои семьи, получив образование, приводят, уже работающие родители приводят своих маленьких детей, своих семилеток, в ту систему, по которой в начальной школе учились сами. Есть у нас и такие случаи. Это, конечно, радует. И говорят к тому, что нет, только сюда. Спасибо большое. Мы
очень рады и благодарны, что обучались по системе в начальной школе, по системе развивающего обучения Илькоина Давыдова. Есть у нас и такие ситуации. Другой вопрос. Что именно родители знают о системе развивающего обучения Илькоина Давыдова? Из каких источников получают информацию? Ну хорошо, если это такие родители, у которых дети учились, они уже прошли с ними целый курс, они уже хорошо имеют представление. Хорошо, если это те родители, которые сами обучались в свое время, как я уже сказала, они тоже знают, они через себя пропустили всю систему и знают ее особенности и даже тонкости. Но есть и другие родители, которые информацию получают из разных источников. И какие эмоции у них возникают, изучив информацию из тех источников, из которых получают, положительные или отрицательные, что их волнует. И поэтому мы задали вопрос такой. Какие, ну, соответственно, какие источники информации для вас важны? Где вы получаете о системе ответы на свои вопросы? И родители ответили следующим образом. На первом месте учитель. На втором месте интернет-статьи, интернет-форумы, знакомые и друзья на четвертом месте. И есть родители, которые читают печатные авторские материалы. Имелся в виду, здесь подразумевались именно те авторы, которые имеют прямое отношение к системе Илькоина Давыдова и сами авторы этой системы. На что мы обратили внимание с коллегами? Что все-таки учитель, он основной источник информации, а это значит, на нем лежит большая ответственность за понимание родителями тех особенностей в содержании, формах и приемах работы, в технологии контроля и оценки, которые заложили авторы системы. Плюс к тому, ответственность на учителя лежит в том, чтобы оспорить или обосновать некоторые интернет-издания, которые не очень лестно отзываются о нашей системе. Родители приходят и рассказывают: мы вот прочитали о нашей системе такую-то информацию. Сказано, что она для суперодаренных детей. Наверное, наш ребенок не потянет. Что вы скажете по этому поводу? Бывают вопросы у родителей, связанные с тем, что достаточно авторитетные люди в своих интернет-изданиях высказываются очень нелестно о содержательной стороне системы Илькоина Давыдова, в частности, о русском языке. И так внушительно обосновывают свое мнение, что неподготовленные родители, начитавшись такой информации, начинают сильно переживать. Как так мой ребенок будет писать с ошибками? Как так мой ребенок так хорошо считал, если касается математики, а тут вот он разучится считать? Встречаются и такие версии. Поэтому ответственность на учителя лежит, чтобы еще и обосновать и подтвердить потом своей работой, что это совсем не так, абсолютно не так, что наоборот, русский язык в системе Илькоина Давыдова приводит грамотному письму, что математика — это не только арифметика, это не только счет, что математика — это логика, что математика — это задачи. Поэтому, еще раз повторюсь, на учителе в этом отношении лежит большая ответственность. Нужно сказать, чтобы держать на себе такую ответственность и быть готовым к вопросам, учитель должен сам владеть содержанием, владеть ситуацией, но прежде всего принимать и понимать идеи авторов, уметь действовать в сотрудничестве. Как вы знаете, это основной принцип, один из основных принципов. Так строить свою работу,
чтобы дети сами открывали способы действий, учились действовать самостоятельно, сначала под контролем учителя, а позже и самостоятельно, полностью помогая друг другу. Как говорят авторы, не мешать, а помогать детям получать знания и работать самостоятельно. Для этого надо быть честными и с детьми, и с родителями детей. Рассказывать родителям, что я под этим имею в виду, рассказывать родителям о системе развивающего обучения, говорить о ее принципах, говорить о том, какое содержание, говорить о формах работы, что и так, и так, и так можно работать, и вот так работают, ссылаться на учителей, на авторов, но при этом самому работать традиционно – это, конечно же, нечестно и неправильно. Более того, это не принесет должных результатов и вызовет непонимание. Вызовет не просто непонимание, вызовет даже огорчение и гнев со стороны родителей. Говорили одно, а получилось другое. Говорили, будет так, а вышло иначе. Поэтому еще раз подчеркну, большая ответственность у учителя, тем более родители на 84,7% доверяют учителю. Доверяют, и все, что говорит учитель, они воспринимают и принимают. При записи детей в первый класс, как я уже говорила, независимо от того, к учителю идет ребенок или на программу, и на собрании будущих первоклассников всегда представляют программы, как я уже говорила. Плюс заинтересованные родители изучают дополнительные источники информации, задают вопросы, получают на них ответы, как итог, я говорю. Но не на все вопросы можно получить ответы сразу. На некоторые вопросы, во-первых, возникают уже в ходе работы, и на них уже в ходе работы будут получены ответы. Но есть вопросы, которые родители задают сразу, но ответ на них они могут получить позже. И причем ответом будет даже не слово учителя, а действия детей. А учителю в этой ситуации нужно выстроить свою работу так, чтобы родители поняли, приняли и доверились. О чем я говорю? Вот волнение и тревоги, которые испытывают родители учеников, обучающихся по нашей системе, по системе развивающего обучения Ликойна Давыдова. На первое место они выносят невозможность помочь ребенку в выполнении домашнего задания. Это почти половина опрошенных. Еще половина опрошенных, ну, здесь был множественный выбор ответов, поэтому одни и те же родители могли обозначать разные, несколько причин сразу. Нет продолжения программы в пятом классе старше. Да, к сожалению, это так. Нужно отметить, что в конце 90-х, начале 2000-х годов, вот когда я начинала работать в системе развивающего обучения в 2002 году, в то время и в той школе, в которой я работала, у нас еще было продолжение в среднем звене. У нас вели по системе развивающего обучения русский язык, математику. Сейчас, к сожалению, система Ликойна Давыдова осталась только в начальной школе. Ну, во всяком случае, у меня по Хабаровскому краю пока нет такой информации, что где-то продолжается еще в среднем звене, тем более в старшей школе. Но в начальной школе нас достаточно много по краю, не только в центре краевом, в городе Хабаровске, но и в Советской Гавани, в Ванино, в районах Хабаровского края, и в Комсомольске, и город Вяземский, и в Переяславке. Коллеги, если вы меня слышите, приветствую вас. Мы стараемся общаться друг с другом, делиться информацией, поддерживать друг друга в каких-то вопросах, но возвращаясь и в том числе в вопросах по работе с родителями. Возвращаясь к тем тревогам и волнениям, которые испытывают наши родители, родители наших учеников, в первом классе особенно
к концу первого полугодия и к концу первого класса очень сильно беспокоит родителей. Такой момент, как отставание в темах по сравнению с детьми из других классов и школ. Считают программу сложной, как я уже говорила, поэтому переживают, что их ребенок не справится. Но это мало, это всего 9,5%. Затронула я такой момент, который волнует родителей, уже говорила про него, как ухудшение дошкольных навыков чтения, письма и счета. Но таких родителей тоже мало, это не показатель. Ну и были родители, которые ответили, что совершенно не тревожит программа, все хорошо, все устраивает. Таких родителей у нас 21%. Зная основные тревоги и волнения, мы используем это и строим свою работу, я в частности и мои коллеги. Все вопросы родители задают, это вопросы, которые родители, на которые родители отвечали и в анкетировании, и частным порядком. Вот еще некоторые вопросы, которых в анкете не было, но которые очень часто встречаются и на которые нужно искать ответы. Что делать, если ребенок пропустил уроки по болезни? Напишет ли мой сын или дочь всероссийскую проверочную работу в 4 классе? Этот вопрос волнует родителей, начиная примерно с 3 класса, кого-то и раньше. Ну, в основном в 3 и в 4 классе. Нужно сказать, что сейчас уже ажиотаж немножко поутих. Уже родители знакомы с тем, что такое всероссийская проверочная работа, уже есть опыт написания и проведения всероссийских проверочных работ. Они, у кого-то старшие дети учились, прошли этот этап. Дети в нашей системе хорошо справляются с данным видом работы, поэтому тревоги уже улеглись. Получив информацию, родители тревоги уже улеглись, хотя все равно задают подобный вопрос. Возможно ли перейти на другую программу в случае переезда или других обстоятельств? Возможно ли перейти в класс, обучающийся по системе Илькоина-Давыдова, во 2 или 3 классе из традиционной системы? Смогут ли дети участвовать в предметных олимпиадах? Я сейчас поясню, откуда берутся такие вопросы. Как учителя средней школы относятся к отстаиванию учениками своей точки зрения на уроках? Ну и, конечно же, всех родителей, безусловно, волнует вопрос, когда появятся оценки, отметки. Коллеги, я думаю, что у вас тоже есть опыт работы с ребятами, которые уходили, проучившись 1, 2, 3 по системе Илькоина-Давыдова, уходили, переходили на другую программу в случае переезда или каких-то других обстоятельств. Но чаще всего это переезд в другой город или переезд в другой район города. Чаще всего это смена школы. Вот перейти в класс, обучающийся по системе Илькоина-Давыдова во 2 и в 3, были случаи, когда дети приезжали из других городов и, не обучавшись по нашей системе, входили в нужный ритм, достаточно быстро все осваивали, ну, требовались какие-то небольшие дополнительные объяснения, занятия. Опять же, здесь большая ответственность и большая роль была у родителей. Учитель работал с родителями, вместе они помогали детям достичь того уровня, чтобы он мог легко войти дальше и с классом продолжать работать. Конечно, во 2 классе это сделать проще всего, в 1, во 2, в 3 уже сложнее, но возможно, и даже возможно в 4. Во всяком случае, у меня были случаи, дважды дети приходили, переходили из другого класса, приезжали из другого города и входили уже в 4 классе в систему развивающего обучения. Вы знаете, что содержание, конечно, отличается, но тем не менее смогли, справились, потому что, поняв логику, поняв суть, поняв формы работы, такое возможно. Ну, может быть, конечно, не во всех случаях, но вот у меня было 2 случая, но я очень рада за детей, что мы с ними справились. А что касается тех ребят, которые переезжали, родители тоже волнуются очень сильно.
потому что видят, как учатся, вспоминают, как учились сами, сравнивают, как учатся соседи, сравнивают, как учились старшие дети по другой системе, узнают, есть ли в том городе, куда они переезжают, школы, в которых есть обучение по системе Илькоина Давыдова. Хорошо, если дети переезжают в Москву или Санкт-Петербург с Дальнего Востока. В Москве проще, в Санкт-Петербурге есть такие школы, но не везде можно, как оказалось. Не во всех районах есть такие школы. Переезжая в Москву, родители находят, и здесь, конечно, безболезненно. Они не бросают систему, они остаются в ней учатся. Но были случаи, когда дети уезжали и в другие города России, и не было возможности у них перейти в ту же систему, поэтому они переходили в обычные классы, которые обучаются, в том смысле, что обучаются по традиционной системе обучения. И пройдя достаточно непродолжительный этап адаптации, они хорошо включались в работу и, поддерживая связь с родителями, есть информация, что дети учатся достаточно успешно. Достаточно успешно, отличники, есть, выставляют отметки, конечно же, в традиционной системе обучения. Дети круглые отличники, и это радует. В целом дети успешно справляются с переходом и осваивают. Понятное дело, что освоив способы действий, овладев инструментами работы, дети приспосабливаются этими инструментами, пользуются в любой ситуации. Почему возникает вопрос, смогут ли дети участвовать в предметных олимпиадах? Опять же, на примере старших детей, понимая, обычно это такие родители задают вопрос, у кого старшие дети есть, прошли уже начальную школу по системе РО или по традиционной системе, неважно. Они понимают, что уже со второго класса дети участвуют во всевозможных олимпиадах. Сейчас их очень много представлено. И на интернет-платформах, такие как Учи.ру, и Яндекс.Учебник, разные есть. Дети участвуют в этих олимпиадах. Кроме этого, есть еще и школьные олимпиады, которые готовятся для всех содержательно одинаково. И для тех, кто по системе развивающего обучения по своим темам идет, и в соседнем классе по своим темам идут. Конечно, за основу берут в основном темы, которые изучаются в традиции, или темы, которые изучаются в большинстве классов. Поэтому, столкнувшись с подобной ситуацией, что дети некоторых моментов не могут понять из задания, из олимпиадного задания, родители задают вот такие вопросы. Что касается участия детей в подобных олимпиадах, конечно, во втором классе рановато. В четвертом смело можно участвовать в олимпиадах наравне со всеми. В третьем классе тоже можно пробовать, но все учителя прекрасно понимают, что если ребенок выходит на олимпиаду, то это ребенок в данный момент проявляющий особые способности к конкретному предмету, с активным познавательным интересом и с желанием заниматься. И, конечно, можно поработать с этим ребенком индивидуально и разъяснить некоторые моменты, которые могут встретиться в заданиях олимпиады. А способ действия, который ребенок изучает в системе Илькоина Давыдова, он это фундамент, это основа. Он учится думать, он учится рассуждать, он учится понимать, связывать. Поэтому возможно участие в предметных олимпиадах, возможно. В четвертом классе полноценно. А уж про пятый класс хочу сказать, что есть уже наблюдение, когда дети, закончив четвертый класс, начав учиться в пятом классе, примерно в сентябре-октябре месяце, по-моему, как раз в этот период проходит школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
по разным предметам, и по русскому языку, и по математике. И дети, эльконинцы, очень успешно проходят эти олимпиады. Призовые места получают. И первое, и второе, и третье, и рядом. Поэтому очень приятно осознавать, что мы работаем не зря, что у нас такой хороший результат. Конечно же, это благодаря и родителям, их пониманию, что не здесь и сейчас, не все и сразу, а в некоторых случаях нужно подождать, в некоторых случаях нужно настроиться на дальнейшую работу, и в дальнейшем мы посмотрим, возможно, в третьем, в четвертом классе примут участие в олимпиадах ребята и в большем количестве. Как относятся учителя средней школы к отстаиванию учениками своей точки зрения? Да, на наших уроках дети активно спорят, активно рассуждают, ставят под сомнение и доказывают свою точку зрения, ставят под сомнение чью-то точку зрения и обосновывают это сомнение. Диалог ведется. В том числе могут поставить под сомнение и точку зрения учителя. Иногда учитель сам так строит свою работу, чтобы дети и его точку зрения подставили под сомнение. Специально это делает. Поэтому такая форма работы есть и будет всегда. И когда ребята, кто из родителей задает этот вопрос? Чаще всего те, которые прошли уже этот этап, кому он знаком. Или услышав от друзей, что вот пришли эльконинцы в пятый класс, а их ругают, говорят, что они недисциплинированные, пытаются отстаивать свою точку зрения, пытаются что-то доказывать, что это такое, такого не должно быть. Поэтому родителей этот вопрос волнует. Но здесь достаточно беседы, достаточно поговорить, достаточно обосновать, что все-таки в нашей жизни всегда приходится отстаивать свою точку зрения. Самое главное – доказательно. Не спорить впустую. Простите за такое образное сравнение, не бить себя в кулаком в грудь и говорить, что я прав и все, и точка, а обоснованно доказать. И если ученики обоснованно доказывают свою точку зрения на уроках, учителя старшей школы в большинстве случаев принимают их позицию и привыкают к такой форме работы, потому что она интересная. И ну, в большинстве своем, во всяком случае, тех учителей старшей школы, которых я знаю, с которыми мы сотрудничаем, а мы стараемся, ну, это тема другого разговора, конечно, а мы стараемся сотрудничать с коллегами, ходим друг к другу на уроки, особенно когда дети в начальной школе в четвертом классе, вот этот вопрос преемственности, ну, это отдельный вопрос. Поэтому, познакомившись уже с тем, как дети работают на уроках, конечно, учителя уже к этому готовы. Ну, во всяком случае, в нашей школе готовы. И есть коллеги, которые тоже рассказывают, что если познакомить учителей старшей школы с такими формами работы и показать, как дети работают и что происходит на уроках, они уже морально и психологически к этому готовы и уже настраиваются. Что касается вопроса, когда появятся оценки, отметки. Чуть дальше я буду говорить, что по этому вопросу ведется отдельная работа. Отдельная работа, я на ней чуть попозже остановлюсь. Раз родители задают вопросы, раз они интересуются, значит, они ждут ответной реакции. Что они ждут от учителя? Для себя родители определили такие формы работы с учителем, то, что они ждут от учителя. Это индивидуальные консультации, мастер-классы для понимания содержания учебных предметов, открытые уроки, тематические родительские собрания, рекомендации по выполнению домашнего задания. Вы видите, что тема домашнего задания присутствует везде. Присутствует и в вопросах, присутствует и
в тех формах работы, которые хотят видеть родители при взаимодействии с учителем. Есть еще и другие формы работы, которые мы используем в своей работе, но остановлюсь на этих. Что они из себя представляют? Индивидуальные консультации. В нашей школе есть график индивидуальных консультаций у каждого учителя и в начальной школе, и в старшей школе. Выбран отдельный день, когда родители... Есть информация размещена на сайте школы, и родители могут записаться в любой день, когда им удобно, к учителю, чтобы поговорить с ним о своих личных, задать свои личные вопросы и поговорить о своих личных переживаниях в отношении своего ребенка. Если родителям не всегда удобно записаться в этот определенный день, вот он работает всегда в этот день, у него не получается, вопросы есть. Конечно же, можно договориться о встрече и в любой другой день. Родители обращаются, родители приходят с вопросами, родители приходят со своими переживаниями, касающимися их ребенка. И, конечно же, общение проходит один на один, больше никого нет, и мы можем конкретно, точечно обсудить, поговорить и наметить план решения тех проблем, которые мы вместе выделили с родителями. Чаще приходит один родитель, мама или папа, вместе тоже бывает, приходят родители вместе. Это, как правило, родители, они на собрания приходят вместе и на индивидуальные консультации. Вместе приходят, и мы говорим с ними о их ребенке и намечаем индивидуальный план работы, если он нужен. Или родители уходят, поняв, что их переживания напрасны. Я думаю, что у всех проходит такая форма работы. Обычно родители хотят получить индивидуальную консультацию после родительских собраний. Закончив родительское, общее родительское собрание, родители остаются, хотят услышать о своем ребенке. Но, конечно же, я бы не назвала эту форму индивидуальной консультацией, потому что рядом другие родители, потому что уже и время позднее, обычно поздно заканчиваются родительские собрания, так как проходят вечером. Невозможно проговорить все те нюансы, которые можно проговорить при индивидуальных встречах. Поэтому это, конечно, другое. Что такое мастер-классы для понимания содержания учебных предметов? Это практические занятия. Они проходят либо только для родителей, либо совместно с детьми. Но всегда это практические занятия. Обычно это фрагменты уроков на постановку учебной задачи или решение частных задач с применением общего способа действия. Родители проживают то, что происходит с детьми на уроках. Не часто проходят такие, ну, так скажем, не очень часто. Но раз, два в полугодие или по мере необходимости такие мероприятия проводятся. Родителям нравится, потому что они переживают то, что происходит с детьми на уроках, особенно если они вместе с детьми участвуют в этих мастер-классах, они видят, как дети работают, как дети говорят, как они спорят, и с родителями спорят, и друг с другом, но не кричат при этом, а рассуждают. Это родителям очень нравится, это им импонирует. А также через содержание, через такие мастер-классы родители знакомятся с содержанием учебных предметов и формами работы, то есть через практику. Через практику понимают, что происходит на уроках и что делают дети. Они обычно после таких мастер-классов говорят: ну вот, мы поняли, что мне рассказывал ребенок, когда выполнял домашнее задание. Открытые уроки. Они тоже проходят по-разному. Открытые уроки бывают в форме, когда родители просто зрители, и открытые уроки, когда
родители-участники. В чем разница между мастер-классами и открытыми уроками? Мастер-классы – это фрагменты, это небольшие эпизоды, где нужно разъяснить, рассказать, показать что-то одно конкретное. А открытые уроки – это полноценный урок, который длится 45 минут со всеми его этапами, со всеми его особенностями. Открытые уроки, когда родители-зрители, ну, это традиционная форма, я думаю, во многих школах проходят открытые уроки для родителей. Как я провожу открытые уроки и мои коллеги, мы обычно устраиваем открытые уроки каждый год, два раза в год. В начале года и в конце года. Это в октябре-ноябре и марте-апреле. Каждый год имеется в виду в каждом классе. В первом, во втором, в третьем и в четвертом. Ну, вы понимаете, для того, чтобы увидеть, что изменилось за год. Когда родители-участники, они либо работают в группах, если планируется групповая работа с детьми, либо они по-другому участвуют, но тоже задействованы в ходе урока. Задействовать родителей в ходе уроков мы начинаем с первого класса, с курса введения в школьную жизнь. Не на всех уроках, конечно, родители бывают, и не все родители бывают, но по нескольку человек мы стараемся приглашать для того, чтобы поддержать, для того, чтобы родители видели, что происходит, для того, чтобы помочь учителю, потому что кто знает курс введения в школьную жизнь, тот представляет, какая большая работа и моральная, и физическая, и интеллектуальная предстоит в эти дни. Поэтому помощь родителей здесь, безусловно, нужна и важна. Рекомендации по выполнению домашних заданий, что очень беспокоит родителей, проводятся по мере необходимости. Проводятся в разной форме, в индивидуальной форме, в малых группах, либо это общее собрание, но касается только рекомендаций по выполнению домашних заданий. Если уж родителям очень хочется понять, и никак они не хотят принять, что дети могут самостоятельно выполнять домашние задания, их волнует, они переживают, правильно, неправильно ребенок выполняет домашнее задание, то мы собираемся с ними в классе, знакомимся для того, чтобы они не сколько вмешивались в процесс, а сколько понимали, что происходит. Вот в таком плане проходят рекомендации по выполнению домашних заданий. То есть основная задача – объяснить родителям, что ребенок может и должен сам выполнять домашнее задание, что за него выполнять не надо. Но если вам интересно, если вы хотите быть в курсе того, что происходит, конечно, мы с вами обсудим эту тему и посмотрим, что же делают ваши дети. Вы можете решить, правильно, неправильно, то, не то. Вот в таком формате мы собираемся. Ну и родительские собрания – это традиционная форма обучения, вернее, традиционная форма взаимодействия с родителями. Ну, у всех проходят по-разному родительские собрания, и частота родительских собраний тоже по-разному. И в первом классе, во втором, в третьем, в четвертом, если сравнивать, во-первых, разные темы родительских собраний, а во-вторых, и частота родительских собраний разная. Где-то проводится раз в четверть. У нас, например, в краевом центре образования не четверти, а семестры. Поэтому мы можем и 5 раз провести раз в семестр родительское собрание. Может быть и меньше, и 3 раза родительское собрание, я имею в виду в классе. Потому что бывают еще и общешкольные родительские собрания. Самое важное, что должно быть, это интерес родителей к собранию. А чтобы был интерес, необходима интересная тема, которая будет обсуждаться, которая будет рассказываться, чтобы не ходили такие разговоры. Мы не пойдем на родительское собрание,
ничего не будет, опять буду там то-то рассказывать или то-то собирать. Ну, в общем, чтобы такого не было, конечно, повестка собрания обозначается, тема собрания проговаривается. У нас, ну, затрону такой момент, что в нашем краевом центре образования, где я работаю, в помощь учителю в начальной школе есть тьютор. Тьютор, он, с одной стороны, воспитатель, а с другой стороны, сопровождает индивидуальный образовательный процесс детей. То есть он владеет, собирает всю информацию, группирует всю информацию, общается с учителем, общается с родителями. Учитель тоже напрямую работает с родителями, но и работает еще и через тьютора. Тьютор, он владеет практически всей ситуацией касательно индивидуального развития и индивидуального пути, образовательного пути каждого ребенка в классе. Поэтому взаимодействие с тьютором у нас тоже очень важно, и мы стараемся готовить тематические родительские собрания вместе. Поэтому тема учителя системы развивающего обучения, прошу прощения, тема учителя в системе развивающего обучения касается напрямую самой системы на родительских собраниях. Темы родительских собраний такие. Первые дни ребенка в школе, курс ведения в школьную жизнь, особенности системы, какие темы интересны родителям и какие темы мы берем на родительские собрания, какие темы учитель проводит, затрагивает на родительских собраниях. Я предполагаю, что у многих возникает вопрос, ведь существуют не только чисто образовательные темы, ведь существуют еще и темы, касающиеся воспитательной работы, темы, касающиеся внеурочных дополнительных заданий, еще какие-то моменты обсуждаются на родительских собраниях. Я поэтому и проговорила, что в помощь учителю у нас есть тьютор. Но я и без тьютора в свое время тоже работала. Конечно, в какой-то степени это сложнее объять необъятное и об одном, и о другом, и о третьем проговорить на родительском собрании. Тогда можно использовать и другие формы работы. Но сейчас я обозначаю те темы, которые, на мой взгляд, необходимы при работе с родителями, чьи дети обучаются по системе развивающего обучения Ильконина Давыдова, чтобы познакомить их с особенностями, чтобы познакомить их с системой оценивания, чтобы они понимали, что такое урок. Поэтому темы вот представлены на слайде. Первые дни ребенка в школе, курс ведения в школьную жизнь. Это самая первая тема родительского собрания. Она проводится еще в августе месяце для того, чтобы рассказать о том, что ждет детей в первые дни в школе и зачем нам нужен курс ведения в школьную жизнь. Особенности системы Ильконина Давыдова «Обзор содержания материала по годам обучения». Это второе родительское собрание, которое я провожу чуть позже, примерно где-то, если в первый класс, это первая четверть, для того, чтобы сразу дать обзор содержания материала по годам обучения. Прямо из программы. Прямо из программ. По русскому языку, по математике, по окружающему миру, по литературному чтению. Я составляю обзорную презентацию для того, чтобы родители имели представление. Это касается того вопроса, который задают родители, почему другие дети уже считают, а мы только... Ну, это такой традиционный вопрос, он приводится даже в разных авторских изданиях, почему дети в соседнем классе уже считают, а мы до сих пор меряем, переливаем, режем по математике, и почему у всех уже прошел праздник букваря, а мы еще неизвестно, когда закончим букварь. Вот для того, чтобы таких вопросов не возникало, я провожу обзорное родительское собрание по содержанию материала по годам обучения. Что в каком классе у нас
будет, чтобы родители были готовы. Обязательное родительское собрание – это по системе оценивания. Что такое безотметочное обучение? В помощь, конечно же, замечательная книга Галины Анатольевны Цукерман «Оценка без отметки». Я сама неоднократно к ней возвращаюсь и перечитываю, и советую прочитать ее родителям. Родители, кто-то в интернете находит, не знаю, есть такая возможность или нет, но говорят, что есть. Кто-то покупает, кто-то заказывает, кто-то копирует. Но для себя они эту книгу приобретают, чтобы понять. И это дорогого стоит в дальнейшей работе. Урок в системе развивающего обучения. Тоже есть хорошая книга, я и сама пользуюсь, и коллеги пользуются. Я показываю ее не только студентам, с которыми работаю, я показываю ее родителям и знакомлю их, что вот есть особенности системы, особенности уроков в системе развивающего обучения. Ну и, конечно же, в подтверждение того, что уроки отличаются, это мастер-классы, это открытые уроки, как практическое подтверждение данного родительского собрания. Изучая статьи авторов программы, в частности, как я уже говорила, Галины Анатольевны Цукерман и Алексея Борисовича Воронцова и других, Елены Васильевны Чудиновой, я смотрю у них темы, которые, на мой взгляд, важные при работе с родителями. Тем более у Елены Васильевны Чудиновой и у Зинаиды Николаевны Новлянской недавно, ну, относительно недавно, вышла замечательная книга, которая называется «Для родителей первоклассников». Она хоть и называется «Для родителей первоклассников», но ее полезно почитать родителям не только первоклассников, но и родителям, но и учителям. Тоже полезно ее прочитать. Много советов в этой книге дается для родителей. Обратите, пожалуйста, внимание очень. Я даже ее с собой принесла. Вот если будет видно, да, вот я покажу. Вот такая книга. Конечно, разными источниками я пользуюсь и смотрю темы, которые стоит, обсуждаю с коллегами, какие стоит провести в качестве тем для родительских собраний. И основные этапы жизни ребенка в начальной школе, через что проходит, с какими трудностями сталкивается, это тоже тема родительского собрания. Эту тему можно повторять, так же, как и предыдущую, ведущая деятельность младшего школьника. Ее можно проводить с развитием и во втором классе, и в третьем классе, говорить, некоторые моменты затрагивать, а в следующем классе другие моменты затрагивать. Говорю об учебниках в системе развивающего обучения. Это тема отдельная родительского собрания. Обычно она бывает во втором классе. По необходимости. В некоторых случаях прям необходимая тема, потому что много вопросов задают родители о том, что это за учебник, почему в нем ничего не понятно, где правила, где рамочки, где упражнения и ничего не понятно. Если таких вопросов сыпется очень много, то родительское собрание индивидуальными консультациями или просто ответами на вопросы, конечно же, не обойдешься. Требуется родительское собрание, чтобы подробно рассказать. Даю рекомендации родителям посмотреть в интернете авторские вебинары, в частности, Елены Вадимовны Восторговой. Она рассказывает об учебнике в системе развивающего обучения в целом и представляет учебник русского языка, говорит про букварь и про русский язык. Поэтому, рассказывая об этом, предлагаю родителям посмотреть, что об этом говорят авторы. Что такое учебное сообщество? Как поддержать и развить детскую инициативу? Школа, семья, ребенок, взаимодействие в пользу ребенка, проектно-исследовательская деятельность младших школьников. Ну и, конечно же, в четвертом классе тема перехода из начальной школы в среднюю должна быть на одном из родительских собраний, чтобы понимать, что это такое, какие особенности перехода, с какими трудностями может столкнуться ребенок и так далее.
Как я уже сказала, на одном из собраний обязательно отводится место теме оценивания. Мы много говорим об этом в первом классе, потому что от понимания родителей, что такое безотметочное обучение и какова система оценивания, разработанная авторами Ильконинской программы, зависит дальнейшая работа по формированию оценочной самостоятельности школьников. К сожалению, к нашему большому, мы пока не можем себе позволить полностью перейти на безотметочное обучение. Это напрямую от нас не зависит, поэтому отметки у нас, конечно, появляются. И вот как проведем работу в первом классе, как объясним родителям, что такое безотметочное обучение, что такое оценочная самостоятельность, так мы потом болезненно или безболезненно перейдем на отметочное обучение. Потому что, переходя на отметочное обучение, мы стараемся максимально сохранить самооценку и критериальное оценивание. То есть, другими словами, вводя бальную отметку, мы стараемся сохранить критериальное оценивание, чтобы понять, из чего складывается эта бальная отметка. Из чего складывается эта бальная отметка. И обязательно сохраняем самооценку. Непросто, трудно дается. Но мы стараемся, мы советуемся друг с другом, как лучше это провести. И еще раз повторяю, что это одна из самых сложных тем в работе с родителями, потому что они хотят отметок, начиная с первого класса. Начиная с первого класса. И в первом классе очень часто можно у них услышать, опять же, сравнивая с соседями, с детьми, друзей, они говорят, вот там у нашего друга столько солнышек, столько смайликов, столько звездочек, флажочков и так далее. Почему у нас такого нет? Почему вы нам не ставите? Мы же должны знать. И приходится, ну, даже не приходится, настойчиво мы работаем в плане того, чтобы понимали, что это та же самая бальная отметка, это та же самая отметка учителя, а у нас другая задача, связанная с оцениванием. Как я уже сказала, очень большие помощники в вопросе подготовки родительских собраний — это статьи и книги авторов системы, авторов программ. Это и Галина Анатольевна Цукерман, большое ей спасибо за ее статьи, они, в принципе, в доступе. Конечно, у меня есть ее книги, но при желании можно найти и в интернете, и купить каким-то образом, но они должны быть, конечно, большое подспорье в работе с родителями, очень много дельных советов. Алексей Борисович Воронцов большое внимание уделяет оценочной самостоятельности детей. Много у него статей на эту тему, поэтому я пользуюсь при подготовке такого родительского собрания. Как я уже сказала, с недавнего времени моей настольной книгой и моих коллег, и моих друзей, и учителей стала книга Елены Васильевны Чудиновой и Зинаиды Николаевны Навлянской. Это книга для родителей первоклассников. Очень много советов дается для родителей. Конечно, в большинстве своем это для первоклассников, но можно рассмотреть и советы увидеть на перспективу, на будущее. Что в этой книге? Она раскрывает вопросы в основном о подготовке и поступлении ребенка в школу. И некоторые вполне естественные замечания авторов, что такое подготовка к школе, становится для современных родителей большим откровением. Они забывают, что играть можно с детьми, какие игры существуют, рисовать, раскрашивать, представлять, фантазировать. Это тоже подготовка к школе, а не только уметь читать, писать и считать. Уметь общаться, уметь дружить. Все это, как выбрать программу, какому учителю, все это можно прочитать в книге и поделиться с родителями. Очень интересные книги, которыми я пользуюсь для проведения тематических собраний,
достались мне по наследству моих родителей. Называются книги серии «Мир детства». Сама вот удивилась, что вроде бы как книги 81 года выпуска, но очень много информации в них содержится, дельной, толковой, и которая подходит как раз для нашей системы. Почитав, кто является ответственным редактором, я думаю, что это наш Василий Васильевич Давыдов, потому что уж больно похожи некоторые советы в работе с детьми и с родителями в этих книгах. Это дошкольник и младший школьник. Конечно, как я уже сказала, при подготовке родительских собраний я использую книги авторов нашей системы, авторов наших программ. Но, конечно же, не только у них можно почерпнуть информацию. Информацию можно посмотреть и в других книгах, в других источниках. И мне, например, очень нравится книга, коллеги, я делюсь с вами просто той информацией, которая... Хорошо, что-то у меня здесь появилось плохое соединение. Все хорошо? Угу, спасибо. Я делюсь с вами не в качестве рекламы, а в качестве того, что я сама через это прошла, и прошли мои коллеги, которые тоже мне рекомендовали, советовали. Как я уже вам говорила, мы плотно сотрудничаем и делимся информацией, работая в нашей системе. Поэтому не в качестве рекламы, а в качестве совета, возможно, вам он пригодится. Я пользуюсь еще книгой Валентины Дмитриевны Еремеевой, которая называется «Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному». Одно время я эту книгу перечитывала перед каждым первым классом. Она у меня с начала 2000-х годов. И уделяется внимание в этой книге не просто мальчикам и девочкам, а рассказывается о том, какие они разные и чем отличаются леворукие дети от праворуких, чем отличаются дети, у которых больше внимания, они больше понимают, если сидят справа, а не слева. Ну, в общем, такая книга, в которой тоже дается много дельных советов, которые можно использовать. И причем в ней же даются родителям советы. Как общаться с ребенком, на что стоит обращать внимание, на что нет, как разговаривать, как организовать рабочее место. Ну, в общем, много дельных советов, которые тоже можно использовать в качестве подготовки родительских собраний и в качестве советов самим родителям. Есть еще книга, которая называется «Все о младшем школьнике» под редакцией Натальи Федоровны Виноградовой, в которой тоже можно почерпнуть информацию для родительских собраний. Как я уже говорила, кроме тех форм работы, которые популярны среди родителей, есть еще и другие формы работы, которые мы используем. Это семейные творческие проекты, коллективные спортивные познавательные творческие выезды и походы, совместная организация детских праздников, просмотр видеозаписи фрагментов уроков на сайте школы. Одно время мы очень активно пользовались этой формой работы. Родителям было интересно, что происходит в классе. И был у нас такой проект, мы выкладывали фрагменты видеозаписи уроков на сайте школы, не только ильконинских классов, всех ребят можно было посмотреть. Ну, это возможно, поэтому... И этот проект пользовался большой популярностью. Родители видели, не выходя из дома, как проходят уроки в школе, как работают дети, как работает учитель. Семейные творческие проекты – это проекты, которые позволяют организовать, которые позволяют сплотить за одним делом родителей, детей и педагогов. В
свое время семейные творческие проекты, наверное, назывались коллективные творческие дела. По такому же принципу проходят, ну, сейчас вот они называются семейные творческие проекты. У нас есть свои традиционные. Взаимодействие учителя, детей и родителей в оформлении школы. Мы создаем музей. У нас есть в начальной школе музей Хабаровского края и музей школьных вещей. История образования музей называется. Музей истории образования, который собран детьми, и, конечно же, дети очень стараются бережно относиться к тем вещам, которые находятся в этом музее. Некоторые экспонаты в музее – это отданные на хранение семейные реликвии. Некоторые экспонаты в музее – новоделы, так называемые, но созданные самими детьми. Дети своими руками, из папье-маше или из других подручных материалов создают макеты, рисунки детей, фотографии, поделки из бумаги, из пластиковых деталей. Ну, в общем-то, то, что создано детьми, и то, что изучено в ходе подготовки этого проекта вместе с родителями в совместной деятельности, это дорогого стоит. Есть у нас семейный творческий проект, который называется «Вальс Победы». Весной, вернее, зимой сначала, а потом и весной у нас проходят мероприятия, где дети вместе с родителями представляют танцевальные номера. Танцуют все, и дети, и родители, но сначала они вместе очень долго готовятся. «Битва хоров» поют, в «Вальсе Победы» танцуют, в «Битве хоров» поют, вместе выбирают песню, вместе к ней готовятся, собираются в школе, вне школы, репетируют, в общем-то, для того, чтобы представить свою работу. Это, конечно, сплачивает всех и... Родители в таких ситуациях говорят: «Спасибо большое, что есть такой проект. Мы хоть оторвали глаза от своей работы, где-то вынужденно, где-то с некоторыми уговорами, что вот надо идти репетировать, но тем не менее вырвались, пришли, и детям это нравится. Дети очень любят, когда родители присутствуют рядом». Коллективные спортивные, познавательные, творческие выезды и походы – это в основном классные мероприятия, которые тоже работают на сплочение и на взаимодействие. Последнее время стало такой тенденцией, появилась, вернее, такая тенденция, когда речь заходит о праздниках, будь то день именинника, который проходит в школе, будь то Новый год, будь то 8 марта, поздравления девочек или 23 февраля, поздравления мальчиков, где еще проходят такие поздравления, но у нас проходят. Родители предлагают первым делом: давайте пригласим аниматора, пусть он развлекает наших детей. Вот это не очень приятная тенденция, конечно, чтобы кто-то, как я говорила выше, да, элементы потребительского отношения, чтобы кто-то что-то сделал. Они даже готовы заплатить деньги, лишь бы только кто-то что-то сделал. Мы стараемся как можно меньше в своих классных мероприятиях задействовать вот посторонних лиц. Все-таки стараемся своими силами организовать подобные мероприятия. Когда однажды мы со скрипом, прям со скрипом, все-таки путем голосования определили, что новогодние мероприятия в классе мы будем проводить силами детей и родителей. У нас прям голосование было, потому что категорически настаивали: некогда, работаем, мы не сможем, это же надо столько времени потратить, и костюмы, и так далее. Но тем не менее большинство родителей все-таки встало
на сторону идеи совместными усилиями провести Новый год в классе, создать общую сказку. И когда у нас эта сказка получилась, когда мы вместе придумали сценарий, когда дети участвовали в создании костюмов, в разработке сценария, в распределении ролей, в играх, и в конце концов мы провели этот новогодний утренник, все были, конечно, в восторге и друг друга благодарили, говорили, что да, действительно, так и надо. Надо все-таки откладывать свои, казалось бы, неотложные дела, но которые все-таки можно отложить и поработать в пользу родителей. Такая вот работа у нас тоже ведется. Так. Немножечко слайды у меня здесь сбились. Что касается общей работы с родителями, какие они говорят отзывы, что они пишут. Пишут или произносят вслух. Некоторые из них, вот, как говорят, оригинал сохранен, то есть все, как родители написали, я просто скопировала и представила в слайде. Это отзывы родителей в том анкетировании, которое мы проводили. Очень радует, что ребенок учится взаимодействовать с другими детьми и находить решение поставленной задачи как в группе, так и индивидуально. Обучение через понимание, а не через заучивание. Формирование теоретического мышления – это понятие системы, теоретическое мышление. Это надо понимать, что это такое. Да, родители используют данную терминологию, значит, они понимают, значит, они осознают. Традиционно известные понятия объясняются по-другому. Мне очень нравится, что мой ребенок рассуждает, отстаивает свою точку зрения, спорит со мной при выполнении домашнего задания. Интересная подача материала, масштаб глубины программы. По этой программе дети часто работают в паре или группе, они больше общаются друг с другом, развивают свое логическое мышление, учатся рассуждать, мыслить, вместе находят правильные решения вопросов. Есть еще отзывы родителей, которые я не вынесла на слайд. Конечно, среди них встречаются и не такие восторженные, позитивные. Есть, конечно, из числа тех родителей, которые, возможно, что-то не понимают или не принимают. Попав случайно в класс, вы видели, что на первой диаграмме было написано, что есть родители, которые обучаются по системе Илькойна-Давыдова, но при этом что-то у меня ошибка подключения. Так, у меня на время пропала связь, сейчас меня слышно? Коллеги, ответьте, пожалуйста, если слышите. Все, хорошо. Угу. Да, коллеги, я продолжаю. Что-то у нас со связью. Еще раз, пожалуйста, поставьте плюсик, если все наладилось. Угу. Спасибо большое. Я остановилась как раз на той теме, когда мы стали говорить о студентах, о работе со студентами. Так вот, сотрудничая с Хабаровским педагогическим колледжем, выстраивая свою работу по той модели, которая представлена на слайде, мы уже
имеем двух педагогов, которые, закончив педагогический колледж, работают у нас учителями начальных классов, причем в системе развивающего обучения Илькоина Давыдова. У нас две мои коллеги молодые, они, закончив педколледж, сейчас преподают, одна второй класс ведет, другая первый класс ведет. Мы с ними знакомы со студенческой скамьи, потому что работаем тесно с педагогическим колледжем и выстраиваем свою работу вот таким образом, через обучение, практику, конкурсы и трудоустраиваем. То есть по большому счету мы даже видим, кто к нам может прийти, потенциальных своих работников. И если у нас есть места, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши будущие коллеги на тот момент еще с нами работали, потому что мы знаем, мы видим их потенциал, их желания, их возможности. Обучение включает в себя реализацию основной образовательной программы и практическое наполнение реализации. Колледж осуществляет реализацию основной образовательной программы, а начальная школа краевого центра образования – практическое наполнение через лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы, экскурсии и консультации. Часто у нас бывают студенты, наши преподаватели проводят для них семинары, мастер-классы, лекции, рассказывая об особенностях работы в начальной школе, о детях, в общем, с практической точки зрения. В том числе у нас есть возможности рассказать о системе развивающего обучения Илькоина Давыдова, познакомить с учебниками, познакомить с методическими пособиями. У студентов есть такая возможность. Практика осуществляется через организацию методического сопровождения со стороны колледжа и представление площадки и методическое сопровождение со стороны начальной школы краевого центра образования. Студенты приходят к нам на пассивную практику, то есть наблюдают, как учителя работают, записывают, конспектируют, представляют потом свои отчеты на конференциях и семинарах. И активная практика – это пробные уроки, внеурочные занятия, организация игр на перемене, участие в образовательных проектах. Кроме этого, есть еще отдельным видом преддипломная практика. Ну, понятно, что в определенный период времени, обычно это третья четверть, если смотреть по традиционной системе четвертей, у нас это третий-четвертый семестр, студенты выходят на преддипломную практику, ежедневная работа с классом в течение месяца в качестве учителя и классного руководителя. И вот, как я уже говорила, моя коллега, молодой специалист, в свое время проходила практику по системе Илькоина Давыдова и сейчас работает по данной системе и очень нас радует. Спасибо ей большое. Конкурсы. Чем мы можем помочь в конкурсах? Мы можем представить членов жюри, и ресурсное обеспечение – это кабинеты, это технические средства, это методические пособия, ну и, конечно же, работа с ребятами, работа с детьми. И когда, кроме этого, мы вместе с колледжем принимаем участие в таком движении, как WorldSkills. Ежегодно проходит демонстрационный экзамен в колледже. Наши коллеги присутствуют в качестве экспертов. И когда у нас в Хабаровском крае проходили конкурсы профессионального мастерства, наши коллеги тоже принимали участие в качестве членов жюри в этих конкурсах. Что дает нам такое взаимодействие? Более плотное взаимодействие у нас с педагогическим колледжем, но с педагогическим институтом мы тоже сотрудничаем, достаточно хорошо сотрудничаем с педагогическим институтом, примерно по той же схеме: и лекции, и семинары, общее взаимодействие, методическое общее взаимодействие, я чуть позже буду об этом говорить, тоже с преподавателями вузов, с преподавателями высшего звена. Мы обсуждаем, разговариваем на определенные темы и с Институтом повышения квалификации для того, чтобы иметь представление, какие
к нам придут будущие наши коллеги, специалисты, в чем помочь, на что обратить внимание, что сейчас важно, что менее важно. В общем, в таком тесном сотрудничестве мы выращиваем будущих педагогов, ну вот если образно так говорить. Вот еще один слайд. Что из себя представляют мастер-классы, семинары, лекции. Ну, я не буду на этом сильно подробно останавливаться, потому что я уже проговорила. Круглые столы, экскурсии, методические коллоквиумы, консультации. Консультации по разработке рабочих программ, по ведению школьной документации, разработке уроков, неурочных занятий. Все это проходит еще на уровне студенческого обучения. То есть, когда педагоги приходят в школу, уже состоявшиеся дипломированные, а не студенты, они уже владеют этой информацией и с теоретической со стороны колледжа и вуза, и с практической точки зрения. Конечно, многих интересует система развивающего обучения. У нас в Краевом центре образования и в городе Хабаровске есть школы, которые работают по этой системе, как я уже говорила. Конечно, она вызывает интерес, и мы можем показать, что она из себя представляет, и поделиться опытом. Ну и более подробный слайд о практике студентов, посещение открытых уроков, пробные уроки, введение в специальность, привлечение студентов в качестве волонтеров при проведении проверки предметных олимпиадных заданий, производственная практика в виде организации урочной и внеурочной деятельности, участие в разных занимательных мероприятиях, в квест-играх, в праздниках, в наших проектах. Кроме этого, студенты принимают участие и в родительских собраниях, ну, в качестве пассивных наблюдателей, конечно, но при этом обязательно конспектируют по той форме, которая им задается в колледже, и анализируют потом со своей точки зрения и работу учителя на родительском собрании, и отзыв со стороны родителей, как это выглядит, и стоит ли бояться проводить родительские собрания, и какие они должны быть. Конкурсы. Про конкурс чемпионата профессионального мастерства я сказала. И очень часто, каждый год, вернее, мы совместно участвуем в краевом конкурсе «Каллиграф». Наши дети принимают участие. Педагогический колледж организует, наши дети принимают участие в конкурсе, и наши преподаватели являются членами жюри, ну и тоже организаторами. Координационно-коммуникативный проект «Методический навигатор» — это взаимодействие школы, вуза педагогического, колледжа педагогического и института повышения квалификации. Ну, он у нас немножко институт развития образования называется, я вот так по старинке, института развития образования. То есть все образовательные структуры связаны воедино для того, чтобы совместно решать определенные задачи. Проект направлен на решение проблемы современной российской образовательной системы, связанной с необходимостью повышения качества профессионального образования и создания единого методического пространства посредством реализации стратегии сотрудничества организаций, занимающихся обучением и повышением квалификации, и работодателей. Цель проекта – определение оптимальных траекторий методической подготовки будущих учителей начальных классов. Вот такой дружной командой мы решаем, идем к данной цели и решаем поставленные задачи. Задачи у нас ставятся на год, проговариваются, мы собираемся, обсуждаем. Очень важная и нужная работа. Что касается поддержки молодых специалистов, которые приходят к нам в школу. Очень важно, на мой взгляд, чтобы наши коллеги юные, молодые, талантливые не испугались
тех особенностей, которые накладывает, как я говорила в начале, современное общество на школу, на семью, на взаимодействие школы и семьи, на тот темп работы, который сейчас присутствует во всех, не только у родителей в их, на их предприятиях и других работах, но и в школе тоже достаточно большой темп. Много новинок, много интересных мероприятий, которые хочется и нужно проводить. Поэтому задача наставников — помочь молодым специалистам разобраться и остаться работать в школе, потому что девочки приходят талантливые, и хочется, чтобы они продолжали свою работу. Работа строится по такому плану небольшому. Это работа с документами. Вы видели, что еще на уровне педагогического колледжа, на уровне студенческой работы, работы со студентами, мы обговариваем это, но чисто теоретически, менее практически. То, когда молодые специалисты приходят в школу, мы разговариваем уже с ними с практической точки зрения, они составляют сами они знакомятся с авторскими программами, пишут рабочие программы, составляют календарно-тематические планирования, выступают на методических объединениях, знакомятся с классной документацией. Литература. Обязательно для молодых специалистов готовится список литературы по той или иной теме, по той или иной системе, для того, чтобы они из авторских материалов понимали, с каким содержанием они работают, какие технологии используют, какие формы, какие приемы уместны в той или иной ситуации. Обязательно знакомиться с литературой, сами распределяют, что им в первую очередь надо почитать, что можно попозже почитать, но однозначно список литературы проговаривается. Взаимопосещение уроков с анализом данных уроков. Наставник и молодой специалист, работая вместе, обязательно стараются по возможности посещать уроки друг друга для того, чтобы потом проанализировать. Здесь так же, как и с учениками. Не может быть все хорошо. Стараемся анализировать с разной точки зрения. В свое время, и я благодарна своему наставнику, когда я была, ну, уже не молодой специалист, в принципе, но молодой специалист в системе развивающего обучения, мне очень помог мой наставник Татьяна Петровна, и я ей за это благодарна очень. В работе подсказывала, говорила, советовала, посещала мои уроки, мы анализировали вместе. И я стараюсь ее опыт наставничества принять в своей работе вместе с молодыми специалистами, а также с коллегами-наставниками, которые тоже ведут других молодых специалистов. Не боятся выступать на методических объединениях, готовят темы. Обычно это темы по самообразованию. Каждый молодой специалист выбирает себе тему по самообразованию, которую он изучает в первый год своей деятельности, во второй год своей деятельности, набирает материал, знакомится и выступает на методических объединениях. Кроме этого, у него могут быть свои интересные наработки или идеи, с которыми он тоже может поделиться на методических объединениях или внутри своей лаборатории по системе развивающего обучения или в целом в начальной школе. Проводим открытые уроки для коллег. Это не просто наставник к молодому специалисту сходил или молодой специалист к наставнику, а стараемся так построить свое расписание, чтобы и коллеги посмотрели друг у друга, как проходят уроки. С целью, конечно же, обучения, с целью понять, потому что мы друг у друга учимся, у каждого педагога, у каждых наших коллег есть свои идеи, свои наработки, свои замечательные мысли. У них тоже стоит многому и можно многому поучиться. Участие в конкурсах. Как и студенты, молодые специалисты участвуют в конкурсах, но уже своих. У нас есть ряд конкурсов, и регулярно мы принимаем участие конкурсе, который называется «Петсёрфинг», он проходит в Хабаровском крае. Суть этого конкурса
такова. Наставник вместе с молодым специалистом проходит определенные конкурсные испытания. Первое конкурсное испытание для наставника. Он пишет программу адаптации молодого специалиста в образовательной организации. А второй и третий этап – это уже работа самого молодого специалиста. Он представляет свои наработки, он представляет свои идеи, защищает свою работу. Вот на слайде вы видите представлены фотографии конкурса, в котором мы участвовали в прошлом году, с Надеждой Владимировной «Наставничество как метод обучения молодых педагогов». И рабочая, вернее, программа адаптации молодого специалиста, титульный лист просто представлен. А это работа Надежды Владимировны по ее, это ее, так скажем, защитная работа. Защитная работа. Она представила дорогу своего роста. Вы видите, что в слове «дорога роста» мы выделили «ро». Это частый прием, который выделяют наши коллеги, РО, развивающее обучение. У Надежды Владимировны дорога роста в развивающем обучении. И я очень надеюсь, что она будет очень долгая, и не будет у нее никаких запрещающих знаков, так же, как у других молодых специалистов, а будут только разрешающие. Я заканчиваю вебинар. Планировала оставить как раз минут 10 на вопросы. Ну, я смотрю, вопросов у нас нет, да? Или есть? Александр, посмотрите, нет, вопросов нет. Коллеги, я благодарю вас за работу. Для меня это первый такой опыт, поэтому от всей души спасибо. Но кроме этого, спасибо... Ой, не листается. Не могу перелистнуть слайд. Кроме этого, спасибо большое авторам системы развивающего обучения Данила Борисовича Ильконина и Василия Васильевича Давыдова, авторам учебников и методических рекомендаций, на которые я ссылалась, авторам книг и статей для педагогов и родителей. Моим коллегам большое спасибо. Издательству «Бином. Лаборатория знаний» для предоставленную возможность поделиться и повстречаться хоть и заочно с коллегами. Я вижу, что очень много коллег со всей, с разных регионов, районов и областей нашей большой Родины. Спасибо, коллеги, большое за внимание. До свидания.